Всем добрый день! Вы на канале «Любимая дача». Меня зовут Оксана. Иркутский район. Сегодня 22 мая. Покажу вам свои огурчики, которые я высаживала для раннего урожая в мешки. И для сравнения покажу вам два огурчика, которые у меня растут без мешков. Вот. Посмотрите, какие огурцы. Этот просто высажен в открытый грунт. И вот этот маленький тоже. Но вот этот огурчик я высаживала немножко позже. Все основные огурцы в мешках я высаживала 1 мая рассадой. У рассады было 3 настоящих листика. Рассада была посеяна. Огурцы были посеяны на рассаду 15 апреля. Почему посадила в мешках? Потому что мы живем в Сибири. И даже если температура на улице у нас теплая, то грунт прогревается медленно. Еще у меня теплица затененная. Вот на этой стороне в теплице солнышко появляется после 11 утра. Земля была не прогретая, а холодная. Поэтому я посадила свои огурчики для раннего урожая вот в такие обрезанные мешки без дна. Это мешки из-под грунта для рассады, которую покупала в магазине. Пополам разрезала, отрезала дно. И посадила. Грунт очень хорошо в таких мешочках прогревается. Корням тепло, поэтому огурцы, посмотрите, как хорошо выросли и развиваются. Вот они сейчас на 22 мая. Вот с такими завязями. Сорта Green Line, Baby Mini и Зена. Вот, посмотрите, тоже есть завязи. И вот точно такой же огурчик, посеянный в то же время и посаженный просто в грунт. Посмотрите, как себя чувствует. У него появилась вот эта желтая кайма, потому что корням холодно и не усваивается питание. То есть растение явно страдает. А вот у этих огурчиков такого нет. Земля тепленькая, питание усваивается хорошо, они цветут, растут. Вот этот огурчик апрельский, маленький, вот этот я сажала немножко попозже, земля уже подогрелась. То есть я его посадила тоже рассадой. Рассада была с двумя настоящими листиками. Посадила его где-то 15 мая, посеяла на рассаду 1 мая. Он сейчас вот такой маленький. Я надеюсь получить ранний урожай огурцов, ну, через несколько дней, я думаю, потому что они уже вот такие огурчики. Сейчас я веду их в один ствол, в один стебель, обрываю пасынки, обрываю вот эти усики, чтобы они не забирали питание, подкручиваю на веревочку. А потом, когда огурцы разрастутся, я поведу их, ну, буду оставлять какие-то пасынки и буду их подвязывать вот сюда. То есть эти огурцы у меня все равно будут расти. А вот на этой следующей грядке я посею огурцы семенами, уберу редиску и посею просто семенами в грунт. Привяжу сетку, покажу вам потом. И они будут расти у меня без всякого формирования. Будут расти на сетке. И уже до самой осени, пока не замерзнут. Вот эти огурчики тоже я пока убирать не буду. То есть они разрастутся хорошо. Будут идти в несколько стволов. Буду потом оставлять пасынки. Все вам покажу. Но для раннего урожая самый оптимальный вариант у нас в Сибири, во всяком случае, это посадить их вот в таких мешках. Еще раз я повторяю, дна в этих мешках нет, поэтому корни уйдут в грядку. Сейчас они в тепле. Согретые, земля тоже прогревается, и корешки уйдут в грядку. Вот такой способ выращивания огурцов мне понравился, и я захотела поделиться с вами. Всего вам хорошего, до свидания.